Коллеги, добрый день. Это агроцентр Оренбург. Я Сид Багамбет Верлан. Я стою на поле со всходами яровой пшеницы. И на этих всходах я хочу вам показать разницу в защите инсектов фунгицидного протравителя и фунгицидного. Мы находимся между двумя делянками. Справа от меня семена, обработанные препаратом Dividend Supreme. Слева фунгицидный протравитель. Для начала мы можем видеть здесь разницу в энергии прорастания, а также в равномерности всходов. Также на варианте Dividend Supreme мы видим хорошую защиту от хлебных блошек полосатых. Мы видим, что растения почти практически не поврежденные. А если посмотреть простой фунгицидный протравитель, мы видим, что уже в такой ранней фазе блошки активно повреждает листовую поверхность, очень активно, она выглядит очень скелетированно. Коллеги, по итогу скажу, выбирайте правильную защиту семян, это даст преимущество вашим посевам.